Я бежала домой, ехала, точнее, на трамвае, и тут в беседу написали, что кто-то должен поехать на встречу с героями спецоперации. И, как обычно, вызвалась я. Мне, правда, очень интересно. Сейчас нужно успеть к 4 часам дойти до Кубана набережной. Я уже полпути домой проехала, но ничего, надеюсь, успею. Это иностранный какой-то образец. Понятно. Ну, глядишь, что скажешь, да? Ты далеко? На Кубан набережную. Я хочу, если честно, кофе, но у меня живот болит с утра. Су, подожди, мы ко мне пришли. Так лень домой ехать. Хочу спать, и у меня болит живот целый день. Я так устала. So exhausted.